Считаю, что Верховный суд Республики Саха-Якутия принял решение в пользу тех людей, которые подписались в мою поддержку. Это около 75 тысяч человек. Считаю, что избирательное право, конституционное право каждого, кто подписал за меня, должно быть соблюдено. Это является главным основой, что свободное волеизъявление каждого человека, который подписал, должно быть поддержано. Я считаю, что суд в этом смысле принял правильное решение. Считаю, что судебное решение дает мне возможность при случае принятия со стороны избирательной комиссии окружной зарегистрировать меня в качестве кандидата в депутаты, дает право начать избирательную, значит, борьбу, предвыборную борьбу, выборную борьбу. Я готов к этой борьбе. Считаю, что есть два понятия: общественное сознание, народное сознание. Общественное сознание часто подвергается всякого рода манипуляциям со стороны разных технологий, но народное сознание, оно незыблемое, оно живет на незыблемых ценностях, такие как честность, открытость, ответственность, искренность. Вот я буду вести борьбу честно, открыто, искренне и ответственно перед теми, которые впоследствии придут к избирательным урнам.